Добрый день, друзья! Мы приехали сегодня в центр города, наш центральный парк, который называется Принцесс Парк. Немножко погуляем, я вам покажу его. На входе стоит вот такая табличка, где указаны все объекты парка. Очень удобно. Сегодня 31 марта. У нас опять очень хорошая погода. Прогнозируют, что погода испортится на неделе. Поэтому пользуемся моментом и гуляем. Посмотрите, какая огромная туя. Обычно мы всегда привыкли, что туи маленькие, декоративные. А тут просто огромные. Посмотрите, какие стволы. Это я положила сейчас руку на один ствол. Вот еще одна туя впереди. Вы посмотрите, да, по размерам, какая она. Парк называется Принцесс Парк. Это Принцессы Парк. Людей достаточно много, погода хорошая. Впереди кафе, видите, стоит очередь. Вовнутрь не пускают. На улице можно купить кофе, попить. А впереди у нас, посмотрите, какая красивая ива. Очень много детей. У нас сейчас начались пасхальные каникулы. В школу не нужно. Все гуляют, отдыхают, наслаждаются хорошей погодой. В этом парке стоит такая большая клетка, где круглый год живут попугайчики. Очень плохо, конечно, их снять через такую сетку, но их тут много. И дети обычно подходят и любуются ими. А тут карелы греются на солнышке. А тут цветут белые и фиолетовые гиацинты. Аромат стоит. Впереди у нас публичный теннисный корт. Когда он свободный, можно приходить поиграть. Вот опять старички сидят, отдыхают. Много гуляющих с собаками, но очень чистый парк. Здесь никогда не наступишь ни во что неприятное. Всегда принято ходить с кулечками, убирать за собой и за своей собачкой. Вот это очень огромная, большущая, толстая сосна. И они очень-очень отличаются от сосен, к которым мы обычно привыкли. У них иголки очень длинные. Наверное, по сантиметров 12, бывает 15. И у них очень-очень крупные шишки. Что в парках, что в лесах, обычно вот такой хвощ обивает практически все деревья. Выглядит, конечно, эффектно, но, наверное, это какой-то все-таки паразит, который
Может быть, и не мешает деревьям. Если бы я мешал бы, наверное, его бы убирали. Взрослые мужчины, один даже с бородой, кидают тарелочку, отдыхают. Гуляют люди с собаками большими. Вы видите, что они без намордников. И это для Англии, в принципе, нормально. Я не встречала еще собак неадекватных. Собаки обычно воспитанные. И их очень-очень хорошо за ними следят. Поэтому намордники обычно собакам не одевают. В парке установлено много вот различных скамеечек, они могут выглядеть по-разному. И вот на каждых скамеечках вот такие мемори-таблички, то есть памятные таблички. Это люди сами оплачивают, покупают и дарят парку вот такую скамейку. И вот эта скамейка, например, в память об умершей маме, стоит в Центральном парке. Сейчас мы вышли к такой клумбе. Она еще до конца не оформлена, но эта клумба такая, ну, многоярусная. И вот по бокам, если вам видно будет, сейчас мы подойдем ближе, установлены различные таблички. Здесь мемориальная табличка, посвященная что-то нормандскому военным подразделениям. Ну и так много-много различным событиям мемориальные таблички. Впереди у нас как красиво цветет сакура. В Петербурге есть целые улицы, засаженные сакурами. Ну вот в этом парке есть, но меньше. Зато здесь очень-очень много различных видов других деревьев. Обычно в английских парках стараются собрать как можно больше разновидностей вот именно флоры. Чуть позже, когда зацветут розы, здесь будет очень-очень красиво все в красочных цветах. Вот видите, розочки. И посмотрите, сколько пожилых людей отдыхают. У нас сегодня где-то около 20 градусов тепла. Сейчас еще утро. После обеда обещают до 22. То есть почти настоящее лето. В парке много очень белочек, но она спряталась, я не успела заснять. Вон она на дереве. Это обыкновенные серые белки, они не ценные, они очень сильно выжили из популяции именно рыжих английских настоящих белок, поэтому сильно этих белок не защищают, но их здесь очень много. Их здесь подкармливают, они людей не боятся. Вот какая красавица. Ну вот такая небольшая прогулочка у нас сегодня получилась. На этом я буду заканчивать. Сейчас мы хотим съездить еще в магазины. А если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь с вашими друзьями и заходите ко мне еще в гости. Будем вместе гулять и готовить. До свидания.